Yes, people say. Yes. Ты не бросает это вот так? Вы, никто вас не видит. Так, ребята, вы проголосовали? Я считаю, что изменения небольшие, но я думаю, что в любом случае нужно маленькими шагами двигаться поступательно к новому видению. Потому что мне важно, особенно вот это, поправки в Конституцию, потому что, может быть, я плодов не увижу, этих поправок, но надеюсь, что увидят мои дети, внуки, правнуки. То есть нам предупредили о том, что будет референдум буквально месяц назад. И более 90% нашего общества не знают, не имеют понимания, что такое референдум. А, буду...